Уважаемые телезрители, телеканал АТВ представляет прогноз погоды на 9 июля. Я Олег Шагнанов, ваш ведущий погоды. Всем здравствуйте. Большой привет Давиду Доржевичу. По республике. По северной половине неустойчивая погода, местами дожди, ливни и грозы. По южной половине днем жаркая, без осадков погода. В юго-западных районах возможны небольшие дожди. Ветер северо-западный с переходом на восточный 5-10. Местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха по северным районам ночью плюс 10-15, по северо-востоку плюс 5, днем плюс 24-29. По центральным районам ночью плюс 10-15, днем плюс 29-34. По южным районам ночью плюс 10-15, по юго-западу плюс 6, днем плюс 29-34, по юго-западу плюс 26. Столица Бурятии преимущественно без осадков, ветер восточный 9-14 метров в секунду. Минимальная температура ночью плюс 12, максимальная днем плюс 33. Атмосферное давление будет падать ночью от 713 до 711 миллиметров. В течение дня до 708 миллиметров ртутного столба. В водах Мирового океана содержится в сотни раз больше золота, чем было добыто за всю историю человечества. Это был прогноз погоды на Первом альтернативном. С вами был Олег Шагнанов. И тут вспоминается. У Абрама грабители спрашивают, золото есть в квартире? Абрам отвечает, да, есть 100 килограмм. И кричит в спальню, Сара, золото, выйди, пожалуйста, тут тебя спрашивают.